Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Я нахожусь на горнолыжке Арсеньевской в городе Арсеньеве. Сегодня 28 января 2022 года. Погода отличная. Термометр снизу показывает минус 11. Немножко пасмурно, но вдалеке где-то проглядывается солнышко. Всем привет, друзья! Вы на канале Блог Владивосток. Сегодня 29 января 2021-2022. Готовили вчера петуха домашнего. И давайте посмотрим, что с ним сегодня. Он даже не открывается. Приключилось. Вот здесь суп из петуха. Поверьте мне на слово. Друзья, как в деревне разогревается еда? Берется печка. Берется вон там бирюста и включается разогреватель. А сверху у нас суп из петуха. Ну, похоже на холодец уже. Рецепт приготовления чего? Этого. Холодца. Из курицы. Антон, как вам это удалось? Такую красоту вкуснятину приготовить. Здесь полено не заходит. Как вам это удалось? Ну тут хитрости особо не надо. Просто немного безумие отваги. И оно готово. Смотрите, какой аппетитный получился бульончик. Друзья, можно смотреть вечно на огонь. Как падает снег. Смотрите, как красиво горит огонь. В печечке, в печурке. А здесь у нас греется петушок. О, вкуснятина. Вон пошел дымок. И рассвет в Старососуевке. Под Арсеньевым. Снег идет. Березки. Красота. Не правда ли, друзья? Хорошо отдыхать зимой в деревне. Собаки гавкают. Романтика. Пойдем по пивку чуть бахнем. А это у нас коты, которые тоже хотят есть. Попрошайничают постоянно. Покажу вам немножко дом. Здесь у нас вот домчик. Здесь место для употребления еды. Столовая называется. Там туалет. Здесь сауна, баня. Кстати, до сих пор тепло после вчера. Баня очень жаркая, плюс 100 градусов они тут делают. О, тут можно греться. Тут еще тепло. Показывает, вон 40 градусов. Вот такая печка. Ох, пахнет древесиной сухой. Приятно. Баней пахнет. На дровах. О, кстати. Вот место еще отдыха какое-то небольшое. Вот этот туалетик покажу тоже, чтобы понимание было, что это туалет. И комната отдыха. Здесь вот спальня. Все спят с красивыми большими панорамными окнами практически на придомовую территорию. Вот это все удовольствие стоит 10 тысяч рублей. Под Арсеньевым, Старососуевка. Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вам не сложно, а мне приятно. Вот такая деревня. А вот шашлычок-то вчера.